Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. Сегодня я покажу, как я снимаю патроны с различных шуруповертов. Конкретно сегодня будет снят патрон с DHP-484. Вообще есть три способа всего, как снимаются патроны. Первый способ — это когда у нас шуруповерт собранный, патрон вставляется в шестигранник, затягивается, и резкими ударами киянки, ну, сначала нужно установить на режим сверления и включить вторую скорость. И потом резкими ударами киянкой патрон должен открутиться. Естественно, перед тем, как его откручивать, нужно открутить винт. У винта левая резьба. То есть откручивать его нужно в правую сторону. Второй способ — это взять, к примеру, опять же, у нас шуруповерт еще собранный. Берем какой-нибудь шестигранник, если у вас есть, и с помощью гайковерта соединяем патрон к патрону и в обратную сторону, ну, пытаемся открутить. Иногда так откручивается. Но если на таких шуруповертах, как 40-вольтовые, там очень сильно затянуты патроны, вот конкретно на этом, ни тот способ не помогли. Поэтому есть специально вот такой шестигранник, наборчик от старых разобранных редукторов. Хотя можно, если вам не нужен уже этот редуктор, например, здесь человек меняет. И его, в принципе, можно использовать детали и не жалеть, если что-то сломается. Но можно взять из старых заготовленные. Здесь вот насверлено, специально вставляем. Также они почти во всех одинаковые. Но на 40-вольтовых, кстати, вот эта штука намного больше. Вставляем в редуктор, зажимаем в тиски. Зажимаем шестигранник. И берем какую-нибудь трубу. И аккуратно, чтобы не сломать. Таким образом можно сломать вал сам. Вот он пошел. И патрон у нас открутился. И при этом у нас целый вал и ничего не сломалось. Выпала только вот эта штучка, и на место. Ну, в принципе, можно разобрать редуктор назад, и он целый. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.